Всем привет! Друзья, всем приветики из Беларуси, из города Минска. Сегодня мы отправляемся на нашу дачу. Как вы знаете, я занимаюсь там ремонтом. И сегодня я хочу показать, чем мы будем заниматься. Это электрикой. И хочу посоветовать вам очень-очень грамотного и хорошего специалиста. Все его данные и контакты вы найдете в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Вот так выглядит мой дачный домик. Как вы видите, здесь предстоит очень много работы. Начали мы с подготовительного этапа. Специалист сделал разметку новой электропроводки и основных точек. Затем приступили к черновому монтажу, штраблению, прокладке кабель-канала. Также монтировали подрозетники, демонтировали старый электросчетчик и собрали новый. Очень быстро и с соблюдением всех стандартов сделали вот такую траншею для укладки кабеля. Кстати, вынос электросчетчика на столб – очень популярная услуга, особенно у дачников. Вы только посмотрите на настоящего профессионала своего дела. Он без труда взобрался на столб на специальном оборудовании для подключения нового электросчетчика к сети. Как я счастлива, что нашла грамотного специалиста! Также электрик дал нам хороший совет установить освещение на улице. И вот уже приступили к чистовому монтажу, установке светильников, розеток и выключателей. А теперь, дорогие друзья, оцените результат. Все электромонтажные работы сделаны быстро, качественно и профессионально. Специалист-электрик выполняет все виды электромонтажных работ. Гарантия на выполненную работу, консультация и помощь в выборе материала. От всей души я делюсь с вами контактами данного специалиста. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Заселяемся, девчонки! Теперь наше время настало! Ура! 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 Заселяемся! Друзья, смотрите, у нас время ближется к обеду. Мы сейчас замариновали куриные крылышки. Они мариновались у меня сутки. И я сейчас полила соевым соусом. И покажу, как буду их жарить. И, кстати, у меня появился новый мангал и шампуры. Пока я мешаю, пока я их мариную, да, смотрите на Есю Елю. Еси Еля, кто тут рядышком сидит? Эти два носа сидят и все нюхают.